Я рад вас приветствовать. С вами снова Александр. И пришло время рассказать мне о достаточно интересном кресле от компании Rand. Вообще, к Rand'у я вот в предыдущих обзорах на эти кресла от этой компании рассказывал уже, что мне нравится этот бренд. Достаточно качественно все сделано. И, соответственно, недорого. Rand – это российский бренд, поэтому они немножечко дешевле. Вот, хоть они все сделаны в Китае, но сделано все очень качественно. В общем, сегодня я хочу вам рассказать о кресле от компании Rand. Premium Isofix называется. Это кресло категории 1-2. Это с 9 месяцев, где-то до 6-7 лет приблизительно. Вот. Сегодня я вам о нем расскажу, покажу, что он из себя представляет, покажу, как его крепить, как им вообще пользоваться. И в конце подытожу, скажу вам свое мнение именно об этой модельке. Давайте посмотрим вначале, как это кресло крепится, потом плавно перейдем уже, как здесь посадить ребенка, что здесь внутри сделано. Вот. Из названия уже, наверное, вам было понятно, что это кресло с изофиксом. Но также это кресло можно крепить и ремнем тоже. Ну, мало ли, в одной машине изофикс есть, в другой нет. С этой моделью это не проблема. Давайте посмотрим сначала с изофиксом. Изофикс, естественно, вот металлические салазки. У вас должны быть металлические скобки вот в автомобиле. И только при наличии изофикса в автомобиле вы сможете его прикрепить. Для крепления полноценного здесь есть еще и... Вообще правильное крепление — это нижнее и верхнее. Для нижнего изофикс, для верхнего якорный ремень. Якорный ремень по длине регулируется за подголовником, в седанах за подголовником, в хэтчбеках, там универсалах и тому подобное. На спинке обычно сиденье, металлическая скобка, за которую крепится якорный ремень, как верхняя точка крепления. Изофикс, соответственно, как нижняя. Вам просто видно не будет, как я там сзади прикреплю, но чтобы вы понимали, это за креслом происходит. Так, давайте прикрепим сейчас на изофикс и посмотрим, как это все выглядит. Соответственно, вот изофикс, задвигаем, слышим щелчок. Щелчок есть, появляется у нас зеленый индикатор, говорящий о том, что мы пристегнули кресло правильно. После чего мы можем это кресло просто взять и задвинуть. Здесь вот рычажки, нажимаем, задвигаем. Перед этим, конечно же, якорный ремень не забываем. Вот так оно крепится в автомобиле на изофикс. После чего можем уже спокойно регулировать наклон и все такое. Вот, если изофикса вдруг нет, отстегиваем. Сейчас покажу вам другой вариант. Для того, чтобы пристегнуть ремнем, здесь вот вы видите такую штучку, фиксатор, вытаскиваем его, после чего у нас открывается доступ к задней части, вот вы видите, в которой уже есть направляющие для ремня. С моей, с вашей стороны они одинаковые. Что мы делаем? Берем ремень, полностью вытаскиваем его, просовываем его под сиденьем, застегиваем. Нижний ремень проходит вот на нижних направляющих, вот вам видно, вот видите. Соответственно, с моей стороны делаем то же самое. Верхний ремень, вот этот вот, его пропускаем вот в этот направляющий, но только с моей стороны. Соответственно, просунули, натянули хорошенечко. После чего зафиксировали. И получается, что кресло у нас сейчас установлено не хуже, чем на изофиксе, благодаря вот этим вот красным натяжителям ремня. Поэтому даже если изофикса нет, смело можно рассматривать эту модельку. Крепится оно надежно в любом случае. После того, как закрепить, естественно, нужно вернуть фиксатор обратно, чтобы спинка была зафиксирована. Так, давайте теперь изучим само кресло. Как крепится, разобрались. Сейчас верну обратно фиксатор. С обратной стороны есть зажимчик, не дающий ему выскочить. Так, что само кресло из себя представляет? Напомню, оно до 6 лет, 9 месяцев, поэтому оно достаточно больших размеров. Для маленького ребенка
для удобной фиксации и удобной посадки 9-месячного ребенка, здесь, естественно, вкладыши. Вкладыши, когда вы поймете, когда уже ребенку тесновато, там курточку оденьте, еще что-то, вы их убираете отсюда, все очень просто. Сам ребенок, естественно, крепится пятиточной системой ремней, весь здесь мягкие накладки кругом, на паховой, на плечевой. Но на плечевой еще есть система, которая, вот сами накладки снабжены такой прорезиненным материалом, чтобы при ДТП ребенка фиксировать лучше, он не проскальзывал. Это на самом деле используется в топовых вообще решениях от немцев. Вот, поэтому вот это вот полезная вещь. Тут есть типа вот дизайнерское решение кармашки, но это все дизайн. Сейчас вы видите, кстати, материал, расцветка джинсовая. Есть у них и другие расцветки, естественно, которые используют еще и другой материал. Вот, я сейчас куда-нибудь картинку вставлю, посмотрите. Вот, джинса мне нравится просто на ощупь больше, она приятнее немножечко и выглядит, мне кажется, тоже здорово. Вот, по посадке, если посмотреть, кресло, оно достаточно такое вместительное, глубокое, и даже в верхней одежде ребенку будет достаточно тепло, достаточно удобно и комфортно. Поэтому вот много детей перемерили вот такое кресло, и реально недовольных мы не видели. Реально хорошая, классная посадка. Что касается комфорта и дальних путешествий, да и в конце концов просто, чтобы комфортно в пробках ребенку стоять, уснул. Вот что мы делаем. Наклоняем. Здесь вот есть промежуточные положения, но обычно их никто не ловит. Ребенок или сидит, или лежит. Вот. В принципе, хороший угол наклона. Ребенок спокойно уснул, голова вперед не падает. Это самое важное. Вот, пожалуйста, пускай себе отдыхает. Кстати, что касается безопасности. Это кресло, вообще все кресла компании Ryder прошли обязательные краш-тесты и соответствуют требованиям безопасности. На Адаке тестов вы не увидите, там их нет, но минимальным требованиям оно 100% соответствует. Может быть, если провести краш-тесты на Адаке, оно покажет уровень топовых кресел. К сожалению, этого не знаем. Но доверять ребенку уже можно. Потому что обязательные краш-тесты пройдены. Это очень важный момент. Вот, поэтому в плане безопасности за эти деньги оно стоит меньше 10 тысяч. Конкурент от немцев будет стоить больше 20 тысяч. Поэтому вот понимаете, да, вот как бы разница в цене. Но качество, причем топовым немцам особо-то и не уступает. Действительно неплохое кресло. Вот. В принципе, по самому креслу все рассказал. Единственное, добавлю, в креслах всегда можно снять обивку, если ребенок испачкал, и постирать ее. Обязательно это при щадящей такой стирочке до 30 градусов, чтобы ткань не села, и вы ее смогли одеть обратно. Поэтому в плане ухода вот такой момент. Чем мне нравится, давайте сразу подведу итоги, в принципе, по креслу все рассказал. Чем мне нравится кресло группы 1-2? Когда вы берете группу 1, ребенок, получается, когда уже почти вырос из группы 1, но в этот момент он еще не дорос до группы 2-3, то бишь он там 93 сантиметра, а здесь ему уже в первой категории, например, тесновато. А вот в таком кресле вы получается, что вот в этот просак не попадаете. Вы перерастаете спокойно в 2 категорию. Когда уже ребенок вырос отсюда, спокойно берете уже большое кресло ему и без проблем. А вот в первой категории, на стыке групп, когда ребенок находится, тогда бывает проблемка. Сюда еще рано, в этом уже тесно. Поэтому приходится ребенку доезжать немножечко вот в таком кресле и потом только пересаживать. Это не всегда удобно и не всегда родители хотят таким путем идти. Вот, поэтому, что касается вот моего мнения, мне вот нравится кресло, я уже вначале сказал, бренд неплохой, недорого, ну, дешево и сердито, короче говоря. Вот, действительно, хорошие кресла, качественные, и можно доверять детей. За недорого купить такое кресло, такого уровня по качеству кресла, это, ну, редкость на самом деле. Поэтому настоятельно рекомендую обратить на это бренд даже в большей степени, в том числе и на это кресло, внимание, если вы ищете хорошее кресло за достаточно небольшие деньги, ну, по меркам современных цен, скажем так. Вот, в принципе, это все. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо Миру Автокресел за то, что предоставил на обзор кресло Rand.
премиум Isofix. Ну а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. Всего доброго!